лет наш папа принял от меня вызов по челленджу «Пой со мной». И сейчас он должен исполнить песню в наушниках на максимальной громкости. Он будет подпевать. Песня будет играть первая попавшаяся. Начинай. Я миную мир иной, иду по мостовой, каждая минута катила мир под ногой. Любим мой город, хоть отчасти летим, где моя удача, брат, с тобой по пути. Ветер настроен на ту, так где тепло. Мы что не плоса трепло. Твой шанс, и ты рядом, используй его. Ты кому ты нужен здесь, эй, кроме себя самого. Каждый должен знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое мусло. Каждый хочет знать и верить, чуть быть до дрожи поможет. Хороших, оно тебе поможет, небо поможет нам, небо поможет все искать нам, небо поможет нам, небо поможет все взять, небо поможет нам, небо поможет нам, небо поможет нам. Небо поможет нам. Здесь щелка цветет мешок. Иду лет лотой. Я ну я ты бред не оставь на потом. Не надо ничего, я сам себя нашел. Люди, ты реально прекрасней, а не вне мое шоу. Не знаю точных двух, не зная тех преград. Ты вышли на флаг и не шагу назад. Не значит, что дают, не за горами, брат, если с тобой шлепну. Идем миром во враг, хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое музло, каждому-ка все сразу, да, нам не нужно позже. До конца и небо нам поможет, небо поможет нам, небо поможет все искать. Небо поможет нам, небо поможет все взять. Небо поможет нам, небо поможет нам. Небо поможет нам, небо поможет нам. Ты в своем окне, победа помнит обо мне. Свет в твоем окне тебе напомнит обо мне. Молодец. Ну, он играет песню до сих пор. Ну все, молодец. Ну вот я включил случайную песню, ну просто первую попавшуюся, русскую, ну на том языке, на котором мы разговариваем. И на данный момент небо поможет нам, это, как называется? «Пой со мной» называется челлендж, мы так назвали, «Пой со мной», нужно одеть наушники в уши. Включить следующую, ну, какую-нибудь, не первую, ну, первую попавшую, можно сказать. Ну, главное, не ту, которую знаешь, желательно, а просто щелкаешь, щелкаешь, включаешь русскую и начинаешь ее петь. Челлендж. Полина, Андрей, канал Немиркина. Ну, продолжайте, хозяйка. Кому ты бросаешь свой вызов дальше? Это вызов тем людям, кто смотрит. Это действительно интересно. Я боялся очень долго сделать, я снял Полину, и мне было очень весело и смешно наблюдать. Поэтому этот челлендж для ваших друзей, для каждого из вас. Попробуйте, просто поставьте камеру, попробуйте, спойте в наушниках. Это то же самое, что вы идете по улице и поете «Послушайте себя со стороны» называется. Челлендж «Пой со мной». Ура! Сынулька, пока!